Tu lo senti, Tom? Ti gliel'è. Вот старые вещи какие-то, рухлядь какая-то. Друзья, всем привет! Очередная поездка у нас сегодня на наш прекрасный рынок. Ну а сегодня бы я хотел вам порекомендовать начинающий канал, называется «В поисках раритетов». Ребята ездят по всей России, по разным коллекционерам и находят очень интересные вещи и покупают их. Думаю, канал будет многим интересен. Эх, какое прекрасное утро. Самое лучшее утро для того, чтобы заработать деньжат. Новый YouTube-проект. Наша команда путешествует по России в поисках раритетов. У человека очень много интересных вещей. Попробуем найти и все увидим сами. Зачем? Ну, во-первых, это интересно, а во-вторых, на этом можно неплохо заработать. Сколько денег? Дорого, ну, я бы взял, конечно. Так своим тут недорого. Раритетов. Смотрите нас на YouTube и следите за нашими социальными сетями. Рекомендую, друзья. Все ссылки будут в описании под видео. Вот этот баллон-то прикольный с кранчиком-то. Не снимай. Нет. Ничего. Это сколько у тебя такой, Мишка? А, да, нога, вон я, ноги. А самоварчик почем? Блин, кранчика нету опять. Да. Что-то все поломано у тебя. Я пока, электрический самовар хороший. А вот это сколько здесь, Жень? 1000 рублей. С эмалями. У меня, кстати, такая есть. Прям копия. И ложечка еще даже. Мельхиоровая ложечка. Ну, она, в принципе, так и стоит. 1000 рублей. Ну, сегодня... Туфлю купи. А зачем она мне? О, Золушки. Только моя ножка на Золушку. Не похожа. Хрусталь. Жалко, что не в мельхиоре или серебро бы, да? Было бы огонь. Телефончики. Стекло, думаешь? Это важно. Заряд держит неделями. Этот... Зоопарк. Да, этот, да, да. Типа их там несколько должно быть. Запчасть. А основной машинки нету, да? Интересно у тебя сегодня. А поваренок? И снежок не падает хорошо. Снежок, да. Поваренок вроде целый, да? Целый. А он сколько? 1000 рублей. На этого, на Попова похож. Да, Олег. Похож, да? Похож. Так это, наверное, он и есть. 1000 рублей. Че у нас тут чевен, что-то я не пойму. Зайчик ухо обломили. Да. Ну, этот. Колпаки, блин. Думаешь? Ну да, цена 8 рублей, наверное, да. Они от Чайки. Фиг знает, может быть. Нет, тут 3, да, по-моему? Или 4? Все 4. Ну, их ищи. Ценник-то такой приличный, 8 рублей, блин, за колпак. Добрый день. Что такое? Счетчик температуры какой-то? Или да? Да, ну там тройка. Там, состояние это, конечно, кошмар. А почем?
сзади наш. Войну, блядь. Тыша. Как здоровье? Ой, праздничками будешь. Я говорю, у меня такой возраст, мне уже не интересен никакой праздник. Точно. Нового года ждали, а сейчас... Чем старше, тем не интереснее. Тоже 1000, да? Да. А Колумбик почем? А это 1000, он разметочный. Тугоплав. Да, можно как циркуль использовать. Да, разметочный. Я тебе говорить не буду. Блин, вот ты выкладываешь это. А съемники почем? Это 500. Это 400. 400 и 500. Ух, что-то сегодня как-то это прохладненько. Август 45-го. Офигеть. Положу-ка я лучше, а то упадет нафиг. Подписчику службы еще. Да-да-да. Че? Привет, с Новым годом. Я вот вас, а что ты? Расстроился, что ли? Я подарил библиотеку вот такой этаж. Че, ты замерзла? Всем привет! Ух, новый, да? А это что такое? Глубомер, что ли, какой-то? Да, там паспорт есть. Штанген глубиномер. Ну да, так и есть что. И сколько он такой новый? 2000. Немало. А, трубка Мефистофеля. А, она уже клеенная. В двух местах клеенная. Что это такое? Италия. Сколько стоит? Интересно. Ты что хрипишь? Да нет. Офигеть такая штука. Че ее рубать? Прикольная, да? Сколько денег? Давно не видел. Я видел один раз, но там самодельная была, а это вроде даже... А, нет, тоже самодельная. Второй размер, да? Троечка. Двойка? Двойка? Да. Длинный. Да нет, не длинный. Восемьсот ты говорил или сколько он? Ну так вроде ничего, вот только здесь в начале, да? Ну это ерунда. Главное, не треснутый, ничего. А это что у нас такое? Просто брючный. Кизляр, рысь. Волк. Что-то травлено-то так, даже не видно толком, да? Блин, тяжелый такой. Ну, штаны эти, афганка зимняя. Я что знаю, я даже не знаю. Интересно, настоящие? Настоящие, блин. Сколько денег? Они тебе будут как раз, наверное, в размер. Или большое? Большие, это что? Это 54-й, третий рост. 54-й, это, ну, очень большой день. Но это вроде афганка настоящая. Да, военные. Причем неплохом состоянии. Да. Они новые вообще не нужны. И такой вообще чувак. Да. Всегда у них что-нибудь интересное. С ложкой, да. Красиво.
Это гиря, которая обманка. Грамм на 200. Новый. Интересно, сколько у него ключ? Лёх, сколько ключ? Привет! 300 рублей. 300 рублей. А он советский? Мне кажется, что-то не похож на советский. Какой-то он хипленький. Да, наверное, новодел. Гайка точно новодельная. Покушаем. Это значочек у него тут. Дорого? 7 тысяч. 120 штук всего выпустили. Интересный значочек. Я вот не встречал, ничего не могу сказать такой. Ну, потому что их мало выпущено. Состав был и фарт, кто там. Так вот в каталоге. Нашел я два похожих знака. Один продается на аукционе, ценник 7000. Называется тяжелый атомный ракетный крейсер «Киров» 10 лет. Так вот он выглядит. Но тот, что на рынке продавался, у него кораблик здесь белый. И также у него отличие, гайка совершенно другая. На то, что на рынке, там написан «Монетный двор». И еще один я нашел знак уже на мешке. Так вот он выглядит. Вот этот вот похож. Только тут, похоже, нет эмалей. Ну, такой немножко подубитый он. И гайка здесь такая, как на рынке. Ценник у этого значка 4000 рублей. В проданных я такого знака не нашел. Поэтому, ребят, кто разбирается в данных значках, пожалуйста, отпишитесь, сколько его реальная стоимость. Буду очень сильно благодарен. Золото, да? Да. Почем победа-то? 29. Чего только не найдешь на рынке. Смотри, за. Техник, это СССР. Они СССРские, да. Это мил-мил-то. Даже в фильмах-то. Мигалки интересные, кстати. А сколько они у него? Саша, а сколько мигалки-то? 2000 пара. А ручка почем? 800 рублей. Резолюционный там клуб стоял, видимо, уран. Большая, ну, да? Дядь Саш, за 500 возьму. 700. 500. 700. Да нет, нет. В них еще надо деревяху вставить. 700. Сковородочка. Прикольно. Ага. Жаль, резолюционный. Думаешь? Прям действительно такая увесистая, такая хорошенькая. Здоровская. Молодец. Блин, Саша, мне, зачем тебе интересно? Мне значок понравился. Сейчас пока думаю, кто-нибудь купит, блин. Давай купим, да и все. Деньги-то всегда свои верные. Венера. Вдруг вот это именно. Забыл, как она наверное. Венера. ХСК я там. Сиськи. Люблю сиськи. Да, красиво, жалко, что без рук, блин. Сколько денег-то? 2 рубля. 2? Да. Дядь Саш, давай за 500 ручки. Да нет, нет, конечно. Они редкие. Я бы за полторы бы давал. Ну ладно, давай, ни тебе, ни мне 600. Ну давай, 600 давай. Только сейчас. Все, я забрал их. Денег нет. Замок-то так и лежит, да? А серебро почем? 60. Сколько тут? 36. Блин, вытянутое все. По 100 рублей. Вот эти? По 100, да? Да. А это что вообще за... Откуда там это? Там написано. Венесуэла. Эти тоже по 100 рублей, Дим? Да, это вот один набор. Броненосец. Что-то каких-то животных набрал где-то непонятных. Фауна, флора. Так, вот он. Вот он. Это 2 рубля. По 2000? За лист.
По 1000? Полтора и тут что-нибудь. Ну, за рубль-то дорого, ты чё, блин, 500 рублей. Вон ведьму бери какую-то, не свежи. Они на пальмовом масле не вкусные. Сколько у вас ток такой? 1,5 рубля. Корпус-то хорошенький, смотри. Поэтому 1,5. Так, ладно, как пятаки нашёл, царь. Где, покажи. А, вот эти, что ли? Не, я думал, золотые. Ну, золотые по 20. Да их что-то вон вылезло в этом, в интернете, в ВКонтакте, как грязи по 22, то блин. Комиссии нет там. Если есть, то маленький. А телефон сколько такой? 500 рублей. Надо? А он советский? Да. Ты врешь, наверное. Отвечаю, клеймо за качество. А, ну да, блин, советский, действительно. Интересно, ими кто-нибудь еще пользуется такими? Конечно. Алло, это телевидение? Фильтр какой-то. Да, телефон подарили мне. А ты у мамы что ли? А мама-то как? Жизнь. О, тетя Зоя, здравствуй. Здравствуйте. С праздничками. Спасибо. Почем у нас? Страховочная упряжь, что ли? Да. Ребят, посоветуйте, как насморк вылечить. Достал уже месяц, наверное, блин, не проходит. Добрый день, привет, с праздником привет. Всех. Добрый это день. Наши люди, наши в Голливуде. Приветствую. Да. С праздничка. А вот, а я тесть вспоминаю, у меня тесть. А это все тот же, что ли? Ремень-то. Пойдем, другой я его продал. А это почем? 900. Что-то я свои ремни, похоже, дешево продаю. А здесь не пойми. Добрый день. Иван Царевич-то почем? Или Иван Дурак, как его там? Нет, Иван Царевич. Их же было 3 сына. Ну да. Они все царевичи. Это старые все. Да, Гжелька. ХК. Художники ранее. 3000, да? Да, да. Ну, 2800. А подсвечники? По 2800, прошу. А, они разные? Мне показалось, они пара, блин. Это Кузнецов, нет? Кузнецов, нет? Нет. Форма-то его. Ну, форма его, да. Вот он бегает с этой штукой. А, золотишко. Да. А спутник почем? Нормально. Вот он. 1000. А скань? Тоже. Ее оправдал. 1000. Ой. Оправдал, да? Конечно. Он сейчас и нашел. Так, камера скоро сядет. Хы такое, блюдечко. Это возьми за 150. Виталик, приветствую, друг. С Новым годом тебя. С Новым годом, взаимно. Здоровья побольше. Тебя увидели и вспомнили. Так, и что? Забыли. А все время до 12-го еще рано, конечно. Ну хотя бы уже до 12-го. А где ты живешь, а? Графин какой красивый. Да. Очень красивый, еще реально. Рюмки их много? 6. Ровно 6. Они почем? 90. Сколько всего-то? А что толку-то? Ну, это фарфор. Я вижу. Я дам дешево. Молочник. Да. Вот молочник. Они составные.
Сколы. Скол. А тут была ваза без скола. А часов у вас нету? Нет, мы все уже их сдали. Я бы часы бы взял. 5 штучек А вот здесь еще шахматы? Да. А они там есть? Есть. А они почем у вас? Ох, состояние-то, конечно, у них. Как с такого года-то? Если бы они вот сейчас были куплены, а то раньше их не было, брали, то так и так давали. И так, ну, так. Понятно. Не, в таком состоянии не возьму. Ну, какая лошадка. Китайская. Такая интересная, да? Но Китай. Заварник. Какая красивая сахарница. Пятьдесят? Красивая вот эта. На чайники вот эти почем? Вот этот только 100, остальные все по 50. Недорого. Ну, мне просто они не подошли ни к чему. Ну да. Вот к этой так вообще сложно будет подобрать что-то. По 50 рублей халява так-то. Ну все, ребят, погуляли мы по нашему рынку. Что-то рынок тухловатый такой. Думал, хоть кто-то выйдет после Нового года, народу побольше будет. Но не, все так же. До сих пор еще, походу, там все из куража выйти не могут, половину народу. Так что зимой пока рынок немножко вялый, конечно. Ну давайте, всем пока, всем удачи, здоровья побольше. Всем мир!